Урок 32. На этом уроке мы с вами разберем три буквы. Х, Х и Г. Давайте их напишем. Это буква Х. Мы ее проходили с вами. Следующая буква. Х. Ну и третья. Х. Вот три буквы. В чем же их отличие и схожесть? Все три буквы горловые, то есть произносятся из горла. Обратите внимание. Х. Х. Г. Буква Г выходит с нижней части горла. Мягкий звук Г. Буква Х выходит с средней части горла. Х. Х. При ее произношении выходит характерное шипение, как шипение змеи. Х. И буква Х выходит с самого верхнего уровня горла. И в отличие от двух предыдущих, Г и Х, буква Х твердая. Х. Давайте еще раз почувствуем разницу. Х. Х. Г. Итак, мы немного разобрали с вами отличие этих букв. Со временем вы сможете легко их различать самостоятельно.